Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и многим игрокам начали прилетать вот такие вот индивидуалочки на контейнеры с крушителем. У меня на основном аккаунте данные контейнеры так и не появились до сих пор, ну а на твинках начали появляться поочередно. Что касается самих контейнеров, стоит отметить, что открывая данные контейнеры, вы не заберете себе крушителя гарантированно. То есть здесь нет талисманов на данную машину, ну знаете, как обычно, открой 30 контов, собери 30 талисманов и крушак у тебя в ангаре. Сам крушитель — легенда нашей игры, и понятное дело, что огромное количество игроков хотели бы себе данную коллекционную тачку заиметь. Несмотря на то, что эта семерка играется прям великолепно, и действительно получаешь массу удовольствия, когда впихиваешь огромное количество урона в своего соперника. Также стоит отметить, что здесь есть от 1 до 3 дней прем-аккаунта, здесь есть вот такие вот сертификатики от 1 до 3 штук на 28 тысяч свободки, ну и дальше все заполнено бустерочками и более мелкими сертификатами на свободку. Короче говоря, здесь есть шанс получить машину, но шанс призрачный, всего лишь 3%. Я не буду открывать данные контейнеры, но очень благодарен Тимуру, который прислал свою запись, которую я еще не смотрел. Я просто посмотрел начало, слава богу, не увидел ни одного открытого контейнера, что не испортит моих впечатлений от просмотра видео вместе с вами. Ну что, ребят, давайте будем начинать смотреть. Я очень сильно надеюсь, что Тимур сэкономил и забрал себе машину максимально дешево. Ну, короче говоря, забрать-то он ее точно забрал. Вопрос в том, когда. Итак, ребят, начало видоса, и я смотрю, что Тимур, по-моему, собирается купить за 12 тысяч 10 контейнеров слету. И поехали. Первый контейнер, из первого контейнера нам выпадает, ребят, ну, не сильно густо, 20 сертификатов по 200 свободки и день према. 25 и 2 дня према. Третий контейнер, из третьего контейнера у нас еще то же самое. Четвертый контейнер. В четвертом контейнере у нас 2 дня према сертификаты. Пятый контейнер у нас крушитель. Офигеть, блин. Тимур, это ты, получается, зараза, мой фарт забрал в этой игре. Если тебе сейчас выпадет еще один крушитель, я, блин, точно двинусь мозгом. Как ты умудрился с пятого контейнера забрать этот танк? Дальше опять сертификаты, дни према, сертификаты, дни према. Ну, дайте ему еще одну тогда машину для пущей веселухи. Давайте, еще есть шанс. Еще собираешься покупать или нет? Нет, ребят, по-моему, покупать уже не будет. Да, это конец видоса, который мне прислали. Ну, вот такое вот открытие, ребят. Что я могу от себя сказать? Крушитель в ангаре, 12 тысяч потрачено и получено просто дофигища свободного опыта, который можно будет сливать в ивенте на слив ресурсов. Я лично считаю, что Тимуру повезло, и, Тимур, я тебя поздравляю. Ребят, пишите свое мнение в комментариях в отношении того, считаете ли вы, что Тимур окупился в данном случае. Я считаю, что окупился, потому что я на своего крушака в рулетке потратил 15 500 голды и крутил ее на полную. Друзья мои, искренне желаю вам такого же фарта, как Тимур сегодня в видео нам показал. Ну а от чистого сердца желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.